Санёк, а я с Ухани. Там, говорят, уже все затормозилось, но все равно. Это такой вирус положит многих, если не будут соблюдать гигиену. Ну крути, не крути, иди, этот Ухань взялся. Люди все в шоке, люди все в шоке. Ну на в Украине спокойствие, где-то что-то там проверяют кого-то подозрительных, но нема у нас этого. Ну Китай большой, а там как оно получится? Так как там в Ухане, нормально? Ну нормально, а что, нормально. Ну нормально в других районах, а город сам перекрытый. Решетки, не решетки, а эти все эти улицы подозрительные перекрыты, ну вот как показывают по ТВ. Это просто у нас, что потом так перекрыло, это кошмар. Был бы такой бы хаос, что ой-ой-ой. Ну то Ухань, давайте лучше я вам анекдот расскажу. Так, самый такой. Петька к Чапаю забегает в дом. Чапай, Чапай, радость. Он какая Петька? К нам в дивизию приехала Клара Цеткин. Он к стенке. Как стенка? Я сказал, к стенке. Я люблю спать с краю. Ну еще один. Это. За Ухань, может. Ну, Ухань, ну, Ухань, ну... Ну, Ухань анекдот сегодняшний. Тот, который новый анекдот. За Ухань. А, за Ухань? Да. Мужик заходит в маршрутку, полная маршрутка. Думает, как бы всех, чтобы так разогнать. Начал сильно кашлять и громко говорить. В Китай, тем более в город Ухань, никогда и не поеду. Ну и там автоматически все, кто куда потекает. Я думал попробовать, но думал, не, задавят. Ты что, ну если больной, ну как скажет, это такой, то с маршрутки за руки, за ноги выкинут, они место уступят или там освободиться сейчас. Еще анекдот. Бабуля заболела первый раз, заходит в поликлинику. Взяла обходной лист, стала и смотрит. Читает, читает. Молодой врач стоит и наблюдает. Подходит, бабуля, а что такое, в чем проблема? Милок, понимаешь, вот первый раз прихворала, сказали мне, сходи в поликлинику на полный осмотр. И там узнаешь, что да как. Она, он, бабуля, а что вам надо? Она, ну тут написано глазник. Ой, бабуль, ну что вы, глазник, окулист. Ух ты, какой грамотный, ты тут, наверное, работаешь, он да. Ну, то все чепуха, а что еще? Она, ушник, там, бабуль, ну не ушник, а врач, лор. Слушай, какой ты грамотный, молодой и грамотный. А кем ты тут работаешь? Бабуль, по-вашему, я пиздюк. Нет, из песни слов не выкинешь. Анекдоты, все прощается. Ну, еще третий такой, на засыпку. Заяц идет по тропинке, смотрит лев. Заяц стал и трусится, ну, перепуганный. Лев, слушай, косой, что ты стоишь и трусишься? Он, Лева, да я боюсь, он, не бойся, я в капкане. Ах ты, пидорас, развел на дороге. Ну и все.